Кто сказал, что самая лучшая курица только в фастфудах? Переходите на натуралку. Домашний вариант куриного попкорна без лишних добавок. И уж точно без 47 специй. Ведь все мы знаем, что вкус на самом деле дают только две. Соль да перец. Ну и травки немножко. Сегодня выпуск по заявкам. Вы не представляете, как тяжело говорить оператора веганам. Снимать мясо. Так что мне плюс за старание, ему за страдания. Поехали. В какую-нибудь миску наливаем 1,5 стакана воды. Данного количества хватит на одно филе. Первым делом добавляем соль, 2 чайные ложки. Хорошую такую щепоть. Далее специи. Мы в ГМ подобрали самые оптимальные. Начнем с красного перца. Также чайную ложку, можно 2. Не переживайте, слишком острым попкорн не будет. Пикантным, я бы сказал. Итальянские травы в качестве трав. Ну, знаете, для запаха. Чеснок сухой, разумеется. Та же чайная ложка. Можете 2, ну сколько не жалко. Ну и последний ингредиент, черный перец. А, стойте, нам же нужен молотый. Где-то у меня был пакетик. Схему вы знаете. Твердый предмет. Бах-бах. Разрываем. И добавляем. Замешиваем все до полного растворения соли. И наш маринад готов. Далее, конечно, курица. Будете делать для детей, возьмите индюшку. Конечно, не лучшая еда для них. Но с другой стороны, вы хоть представляете, куда идут эти школьные деньги, которые вы им даете на обеды? Я точно знаю. Угу. Все мы были молодыми. Так что лучше уж домашний вариант. Да, на свежем масле. Режете, значит, филе на полоски, а затем на кубики. Собственно, можете использовать любую форму. Но раз уж мы готовим попкорн, кубики, я думаю, будут в самый раз. Когда закончите, пересыпайте порезанное филе в маринад, поболтайте слегка ножом. Достаньте какую-нибудь крышку или тарелку, накрывайте и несите в холодильник. Хотя бы на часик. Можете на ночь. Честно, вы все равно будете использовать соус. Смысл в долгом мариновании я просто не вижу. Тем временем подготовьте посудину, в которой будете фритюрить. Наливаем в нее подсолнечное масло, рафинированное. Лейте, лейте, масло не жалейте. Может, с полбутылки используйте. Себестоимость приготовления домашней курицы будет все равно гораздо ниже, чем магазинная. Подбираем кастрюлю, ставим на средний огонь, пусть масло раскаляется. Тем временем возьмем противень, мой с историей, щедро насыпем на него муки, грамм 200-300, смотря сколько вы возьмете филешек. Главное, убедитесь, что ваша мука – это мука. Мы, знаете, в ГМ только за муку. Достаем из холодильника нашу маринованную курочку и процеживаем лишнюю жидкость через дуршлаг. Захотите сделать еще одну порцию, можете использовать этот маринад. Но только не держите его в холодильнике слишком долго. Угу. Мясо перекидываем в противень с мукой и начнем веселье. Подкидываем, подпушиваем, сверху вниз, снизу вверх, на себя, от себя, как хотите. Ваша задача полностью покрыть мукой кусочки филе. Конечно, вы можете использовать просто пластиковый пакет под это дело, скинуть туда курицу, предварительно, конечно, всю муку, потрясти, и у вас все будет хорошо. Но, знаете, планета и так умирает. К тому же, ручной труд, по-моему, это весело. Можете сделать пару нажимов. Помните, что главная цель панировки – это не дать соку убежать. Так что постарайтесь. Далее стряхиваем лишнюю муку, вот такими нехитрыми движениями. И перекладываем кусочки мяса на чистую тарелку. Половину кусочков оставьте в муке, а вторую половину идемте жарить. Заметьте, что ваше масло должно быть уже раскалено. Средний-большой нагрев, минут 5. Главное, чтобы масло не дымилось. Подготовьте заранее чистую тарелку, ну и какие-нибудь салфетки. Да-да, вы можете писать что угодно в комментариях, я все читаю, конечно же. Но мы же прекрасно понимаем, что вы будете использовать то же самое. Ну так вот, аккуратно затем перекидываем мясо. Можете начать с одного кусочка, проверить. Бурное кипение, значит все в порядке. Отправляем туда остальные кусочки. И сразу же вилкой начинаем слегка помешивать, чтобы кусочки не слиплись друг с другом. Далее оставляйте мясо готовиться, средний-большой огонь, 4 минуты. Или до золотистой корочки. Но учтите, что масло само по себе золотистое, поэтому корочка не будет сразу видна. Поэтому лучше ориентируйтесь на время. Главное, не передержите. Вы же не хотите есть сухую курицу, правда? Достаем какой-нибудь шумовкой, главное, чтобы легко стекали излишки масла. Перекладываем на салфетки. Пусть пару минут полежит. Ну зачем вам лишнее масло? Так ведь? Ну а что делать дальше? Все и так понятно. Готовьте любимый соус, складывайте в удобную посудину, используйте палочки, вилку, пальцы, как вам будет вкуснее. Куриный попкорн готов.
По-моему, отличная штука для просмотра фильмов, для хорошей компании, ну и для отпугивания веганов. Лаванда, всячи полный огня. Что-то не то, да? А, то шарманка.